Начинаем сегодняшний вебинар, который называется «Секреты безграничного счастья». С вами Андрей Андреевич Дуйко, организатор и основатель школы эзотерической под названием «Кайлас». Обязательно напишите сейчас, кто у нас в школе «Кайлас» и кто занимается по моим методам. Чему обучает школа «Кайлас»? Она прежде всего обучает человека быть счастливым, радостным, обретать счастье, влиять на окружающий мир, чтобы в сторону человека текла любовь, счастье, уважение, почет, материальное благополучие, чтобы человек умел управлять тем, что называется быть здоровым, счастливым, везучим, активным и так далее. В общем, все, что нужно человеку для того, чтобы он был абсолютно счастливым человеком, все это можно найти или найти ответы и инструменты, которые помогут человеку либо изменить окружающий мир, либо изменить свой внутренний мир для того, чтобы получить все это, и вам в этом поможет моя эзотерическая школа «Кайлас». Обязательно переходите по ссылке по данному видео и проходите мои ступени, эзотерические семинары. Итак, сегодня я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете. Несколько небольшое отступление хочу вам сказать. Мои уважаемые господа, я хочу вам сказать, что мое, наверное, внутреннее состояние, оно заставляет меня выходить и проводить такие трансляции. И